раз таки пишу обзор на гитару Orwell, серийный номер К01-7927. Так она выглядит. Слушаем звук на чистом бридж. Mm-hmm.
сайте почитаете, что это такое. Вот, лады здесь, значит, практически не использованы, на 5 с минусом, ничто нигде не ладит, кстати, струны здесь очень низко, я бы даже чуть-чуть поднял, вот, отличный Les Paul за свои деньги, можете присмотреться, до свидания.